В эфире служба новостей «Саров-24» в студии Анна Пилипец. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Идут по графику. Ход работ в поликлинике номер 1 проверили представители Росатома и ФМБА. На что потратят 50 миллионов, депутаты обсудили корректировку городского бюджета. О перспективах и векторах развития в департаменте образования прошло общегородское родительское собрание. Далее расскажем обо всем подробно. В этом году в клинической больнице номер 50 при поддержке Росатома реализуют ряд ПСР-проектов. В том числе в обеих взрослых поликлиниках ремонтируют входные группы. По окончании работ в сентябре саровчане увидят обновленные зоны, рассчитанные на комфортное пребывание пациентов. Ход работ в поликлинике номер 1 проверили представители ФМБА и Росатома. Совсем скоро холл первой поликлиники преобразится до неузнаваемости. Вместо привычной регистратуры, картотеки и окошка платных услуг здесь оборудуют новое современное пространство. Ремонт идет в рамках программы «Бережливая поликлиника». Его главная цель – сделать пребывание пациентов более комфортным, разделить потоки, уменьшить время ожидания. Работы уже вышли на финишную прямую. Внутри у нас, значит, плитка на полах, она положена процентов на 90. Я так думаю, мы на следующей неделе, где-то в четверг, с плитки должны закончиться. Стены у нас, значит, готовы под декоративную окраску. Декоративную окраску нам привезли. Долго мы ее ждали, но наконец-то привезли. Значит, сейчас декоративная окраска у нас идет. Здесь у нас проблем тоже не должно быть. Возникла небольшая проблема с поставкой витражей и дверей. Сроки сдвинули, обещают их привезти на следующей неделе. Наружные работы практически закончили, кроме ступеней и шапок. Их доделают в течение недели. Мебель готова, ждет на складе. 2 сентября начнется монтаж гардероба. Срок сдачи объекта у нас остается прежним. Что хотелось бы сказать по первой поликлинике, ну, так же, как по второй. Основной упор был сделан именно на входную зону, на улучшение работы тех сотрудников, кто работает непосредственно с приходящими людьми. Это администраторы, работники регистратуры. Удалось найти помещение для переноса карт-хранилища из холла. В результате появилось больше свободного пространства. Получилось окончательно разделить потоки пациентов. Для тех, кто имеет признаки ОРВИ, сделали отдельную большую зону ожидания перед кабинетом неотложной помощи. Что касается самого карт-хранилища, не исключено, что скоро она уже не понадобится, и помещению найдут новое применение. Параллельно со всеми проектами, которые сейчас реализуются в городах Росатома, идет активное внедрение единой ведомственной медицинской информационно-аналитической системы. И эта система позволит медицинским организациям сократить время работы с медицинской документацией и сфокусировать свое внимание на работе непосредственно с пациентом. Пока здесь будет временное хранилище для амбулаторных карт и другой документации. Затем его можно переоборудовать, например, для кабинета планового приема. Еще одно новшество касается колл-центра 95511. Сотрудники КБ номер 50 признают, что есть проблема с вызовом врача, особенно ранним утром в понедельник. При этом главврач отметил, что лично каждый день проверяет работу линии. И уже после 10 часов время ожидания ответа оператора сокращается до нескольких минут. Один из проектов будет направлен на работу именно единого колл-центра как информационного справочной службы с возможностью автоматизированной записи вызова врача на дом. Планируется, что будет работать робот-автомат, который вместе с регистраторами, то есть операторов никто не отменяет, будет возможность до 100 обращений в минуту обрабатывать в режиме реального времени. После того, как пациент оставит заявку, ему придет сообщение, что вызов принят. Систему планируют запустить на следующей неделе в тестовом режиме. На полную мощность надеются выйти во второй половине сентября. Тогда проблема с вызовом врача на дом будет решена. Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24». Средства на завершение строительных работ 11-й школы, выплату заработной платы работникам муниципальных учреждений, покупку автобусов для перевозок обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Поправки бюджета города на 2022-2024 годы обсудили депутаты на очередном заседании Думского комитета. Новые средства на завершение строительства 11-й школы на улице Зорги заложили в городской бюджет. Так, чтобы доделать финальные 15% объекта, выделят около 55 миллионов рублей. Напомним, ранее представители администрации сообщали журналистам, что школу сделали на 85%. Это необходимая мера для заключения контракта с новым подрядчиком. Есть большая вероятность, что их не потратят, а сохранят на нужды города.
Для того, чтобы заключить контракт, мы должны обеспечить доведение этих лимитов. Фактически отчасти эти деньги, да, мы подготовим обращение в адрес губернатора, вот, для того, чтобы предусмотрели дополнительное финансирование на эти средства. Вот, когда будут средства доведены, то есть условно эти деньги будут высвобождены. Для того, чтобы законтрактоваться, необходимы лимиты. А нам нужны лимиты. Также среди непрограммных расходов бюджета – оплата госпошлины для подачи исковых заявлений в арбитражный суд Нижегородской области о взыскании с ООО ТСК суммы неотработанного аванса по объектам 11-й школы и Центра культурного развития в размере 400 тысяч рублей. Напомним, в июле администрация расторгла договор с подрядчиком, который не выполнил свои обязательства. Неотработанного аванса. Вы уже сейчас материал в прокуратуре находится, но понимаете, дело в чем? Посчитать абсолютно точно это сейчас прямо точно цифру нельзя дать. Почему? Потому что есть объемы работ, которые произведены, но не закрыты, явлены к оплате. В муниципальной программе образования также предусмотрели 10 миллионов на капремонт стадиона 12-й школы. 5,5 миллионов потратят на приобретение автобуса для перевозки детей с ограниченными возможностями здоровья для школы-интерната номер 9. В рамках программы «Городское хозяйство и транспортная система города» на закупку 2 автобусов для регулярных перевозок граждан в бюджете заложили 18 миллионов. Увеличено бюджетное ассигнование в сумме 24 439 тысяч рублей за счет субсидий на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств областного бюджета. Это у нас дорога до КПП-3. Миллион рублей планируют потратить на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда. Анна Пилипец, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров, 24. До 2 сентября возможно незначительное кратковременное замутнение холодной воды в старом районе. Это связано с ремонтом на участке водовода на Куйбышево, сообщает Горводоканал. Другая важная информация в подборке коротких новостей. В Сарове провели ежегодную 15-ю по счету благотворительную акцию «С миру по листочку». Ее цель – помочь собрать к школе детей из многодетных и малоимущих семей. На пожертвованные от горожан средства волонтеры подготовили 400 подарков саровским школьникам, в том числе 60 укомплектованных портфелей для первоклассников. Сбор по акции в этом году будет проходить до 1 сентября, пока собрано недостаточно средств для покрытия расходов. Если вы желаете присоединиться к доброму делу, обращайтесь на гуманитарный склад Центра милосердия на Пушкина, 24А. Саровчанин Дмитрий Сиренко успешно выступил на соревнованиях по триатлону «Iron Star» Крылатская 2022. В течение трех дней 1700 спортсменов из 121 города России принимали участие в различных дисциплинах – заплывах, забегах и триатлоне. Дмитрий Сиренко преодолел олимпийскую дистанцию триатлона за 2 часа 23 минуты, заняв 17 место в категории и 44 место в абсолюте. Саровчанин – многократный участник соревнований по триатлону, дважды преодолел его максимальную железную дистанцию. Сейчас спортсмен готовится к покорению полной дистанции. Соревнования пройдут в Сочи 8 октября. Министр просвещения Сергей Кравцов провел 9-е общероссийское родительское собрание, которое прошло в формате открытого межрегионального диалога с подключением из всех федеральных округов страны. На горячую линию собрания поступило свыше 6 тысяч обращений. Глава министерства рассказал, что 1 сентября после капремонта в России откроют двери более 1000 школ. Максимально решен вопрос с доступностью детских садов. Вводится единая программа воспитания и новые образовательные стандарты, под которые утверждены рабочие программы. Для учеников существенно сокращено количество учебников. Также нормативно закреплен перечень документов, которые должен заполнять педагог, не более 5. Со следующего учебного года во всех школах начнут учить по обновленным в ГОС. Кроме того, школьникам запретили использовать на уроках мобильный телефон. В экстренных случаях родители могут связаться с ребенком через педагога. Что касается ограничительных коронавирусных мер, то в школах всем детям, учителям и персоналу на входе будут измерять температуру. Останется в силе требование к сотрудникам столовых носить маски. Продолжит действовать запрет на проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях с привлечением лиц из других организаций. В Сарове также накануне 1 сентября в Доме учителя прошло общегородское родительское собрание. Директор департамента образования Наталья Волочко рассказала об изменениях в новом учебном году, поделилась планами по корректировке дифференцированного обучения в городе, а также подвела итоги года.
С поднятия государственного флага исполнение гимна Российской Федерации будут начинаться понедельники в российских школах. О новшествах и изменениях в грядущем учебном году рассказала директор Департамента образования Наталья Володько на общегородском родительском собрании. Особое внимание она обратила на новый проект «Разговоры о важном». Это еженедельные классные часы, на которых дети будут обсуждать вопросы истории, культуры и общественно-политической жизни страны, региона, муниципалитета. Разговор о своей родине, разговор о патриотизме, разговор о значимости вообще личности человека в истории и так далее. Все это будет происходить в обязательном порядке с 1 по 11 класс в понедельник первым уроком. Также Министерство просвещения запустит с 1 сентября единую информационную платформу в ГИС «Моя школа». Это федеральный портал с доступом к образовательным сервисам и цифровым учебным материалам для учеников, родителей и учителей. Новшества коснутся старшеклассников. Реализовать индивидуальные образовательные планы, которые требуют в ГОС, не всегда возможно для каждой школы. Из-за этого углубленное изучение тех или иных предметов для некоторых учеников становится недоступно. Поэтому Департамент образования в пробном режиме ведет в этом году сетевой образовательный хаб, распределенную сетевую школу для 10 классов. Мы предлагаем детям 10 классов получить те предметы, которые углубленно в своей школе не могут быть реализованы, на территории другой школы. Специалисты для удобства детей постараются создать две территориальные секции школ в старом и в новом районе. На общегородском родительском собрании также подвели итоги прошедшего учебного года и реализации нескольких федеральных проектов. 31 августа в России отмечают День ветеринара. Ряды ветеринарного сообщества нашего города недавно пополнил новый врач. Константин Синичкин ведет прием четвероногих пациентов в клинике «Свой доктор». Накануне профессионального праздника с молодым специалистом встретилась наша съемочная группа. Молодой специалист Константин Синичкин, ветеринар клиники «Свой доктор», начал свою работу с начала августа. В Саров врач приехал по приглашению после окончания Чувашского аграрного университета по специальности ветеринария. До этого у Константина был 4-летний опыт работы ассистентом и фельдшером. Как признается молодой человек, сначала он хотел стать обычным лечащим врачом, но потом выбрал работу с животными, потому что здоровые и счастливые питомцы – главная благодарность ветеринара. Хотя Константин Синичкин работает всего около месяца, на практике уже были интересные случаи. Приходила мне кошечка, у которой есть урологическая проблема, мочекаменное заболевание. Вот. Были они в стройной клинике, пришли к нам, мы поставили диагноз, начали лечить, но у нее очень странное в том, что антибиотик не сразу начал работать, и только сейчас мы как раз-таки с помощью правильной диагностики поставили хороший диагноз и нашли вот эту вот бактерию, которая давала нам не вылечить кошку. Врач рассказал, что кошки стареют с 4 лет, поэтому профилактические осмотры нужно проводить раз в год, а после 8 лет жизни – раз в полгода. Собак также нужно регулярно осматривать, сдавать анализы, ставить питомцам прививки. А породистые собаки нуждаются в особенном внимании. Профилактические мероприятия очень важны. Это вакцинация, это всегда обрабатывание от гельминтов, то есть дегельминтизация. Также обработка от эктопаразитов. Почему? Потому что многие болезни переносятся у нас и комарами, и клещами. Как и микроскопическими, так и уже содовыми, например. Приносят в клинику чаще всего питомцев с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, с урологическими и кардиологическими проблемами. Для того, чтобы избежать болезни домашнего любимца, врач рекомендует придерживаться нескольких правил. Не кормить животного сверх меры, следить за тем, чтобы в миске всегда была вода, вовремя вакцинировать кошку или собаку. И самое главное, не затягивать с визитом к ветеринару, если у животного есть какие-то симптомы. Часто мяукает, часто что-то не так делает, то есть не свойственно ему. Вот. Это всегда говорит о какой-то проблеме. Вот. Даже часто и болезненности возникают, трогаешь, когда он ой, сбрыкнет, вот, значит, что-то болит, значит, надо прийти и посмотреть. Ну, лучше всегда, у меня такое вот кредо, при работе лучше перебздеть, чем недобздеть. В планах у молодого ветеринарного врача самостоятельно контролировать лабораторную работу, а также заниматься просветительской деятельностью. Константин Синичкин принимает в пятницу, субботу и воскресенье в клинике «Свой доктор» по адресу улица Зернова, 65. По всем интересующим вопросам звоните по телефонам 37901 или 8908-762-0901. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Там же вы найдете все информационные выпуски и авторские программы. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей.